В этом году реки и озера Подмосковья так и не замерзли, поэтому вместо Иордании на крещение в Химках установят наземные купели. Всего в округе организуют 4 точки для массовых купаний. Основная появится на парковке за баскетбольным центром на территории арены Химки. Будет оборудованы 3 купели. В 2 купелях будет теплая вода, потому что будет подмес теплой воды для того, чтобы были более комфортные условия купания. А в одной купели для тех, кто уже долгие годы закаливается, имеет такую возможность на протяжении нескольких лет окунаться в купель, а там будет обычная проточная холодная вода. Кроме этого, впервые купели установят на территории микрорайона Левобережный в парке «Экоберег» и в микрорайоне «Сходня» в парке имени Величко. Также местом купания станет территория Академии гражданской защиты в Новогорске. Для жителей округа подготовят теплые раздевалки и передвижную баню. У каждой купели священнослужители осветят воду и проведут церковную службу. Гостей праздника будут угощать баранками и горячим чаем. Празднование крещения начнется 18 января в 23:00 и закончится с последним желающим окунуться в воду.